А, вода продолжается. Правда, я не знаю, залился ли предыдущий видос, будет ли он работать, жить, существовать. Не представляю. А, я единственное, с предыдущего видоса, когда добрался сюда, поднялся вон туда наверх и собрал патроны. У меня этот самурай крисовский. Опа. Спрей. Ладно, потом выложу. Keep out. Еще один вопрос, а где все те выжившие, которых созывали по радио в полицейский участок? Ну, я на самом деле понимаю примерно, где они и что они из себя сейчас представляют. Мы их сейчас скоро увидим. А, но почему их так мало? Понятно. Focus, Claire. Focus. Показ. Здесь вроде только патрики. Здесь. Нормально предзаказал. Пистолет на 13 патронов, хотя изначально только на 5. Нормально. Так, облегчимся, берем освежитель воздуха. Блин, нельзя объединить. Что за бан? Так, ну и этот водяной нам запилю сразу в открытом доступе, чтобы его можно было сразу открыть, как он зальется. Первый тест сделал по ссылке. Если он появится, мне нужно будет прокомпилировать и скинуть ссылку. Господи. О, то, кстати, кажется, залился. I'm so sorry. Так, ну, улови первую воду, так сказать. А я пока продолжаю. Блокнот. Мне еще в демке понравились эти гениальные рисунки сумасшедшего. Так, блин, я как-то вот делал так, что я вот стоял здесь, и чувак просто добежал до стола. Я могу бежать. Так, ну, так как я стрелять не умею, я не буду этого делать. Очевидно. Я, так сказать, разумист. Seriously. Буду побеждать врагов интеллектом. Конечно, мне нравится момент, когда там валяется и орёт. Thanks. Obviously, someone taught you well. Yeah, I know how to take care of myself. Come on,
So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, telling me. Hey, keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You really Chris's sister? Yeah. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation? That's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out through this secret passageway. Good. Hey. Hey, we should probably get you to a hospital. Forget about me. I can take care of myself. No. Don't be ridiculous. You're gonna need some help. Listen, Claire. Save yourself. So you can see your brother again. Now. You'll probably need this. No, I'm not taking that. You're gonna... And be careful. If you see one of those things... No matter who they were, you can't hesitate. Take them out if you can. Or you run. Где волосы, сколдите, гост. Да, там были волосы, такие только у собаки. Игра безбожно лагала из-за этих волос ебучих. Хочу ли я хилиться спреем? Ладно, лучше все-таки да. Так. Вот сейвиться я не очень хочу. Это да. Оп. Так, это же что-то... Ну, не важно. Смотрим. Все-таки у нас не японская версия. Еще когда я видел сравнение японской и нормальной версии, я сначала подумал, что она просто в голове поговорит японской версии, но нет, там тоже она поднимает его, просто там нет такой расчлененки дикой. Здрасте. Тихо. Так, мне кажется, сюда. Да, господи. Попробуй записочки читайте. Отчет о событиях 25 сентября. Переоборудуем участок во временное убежище ввиду неожиданной крупной эпидемии. Сотрудникам полиции было поручено бросить все силы на обеспечение безопасности гражданских лиц во время и после их эвакуации в участок. Дополнение. В результате ночного нападения одного из беженцев один офицер погиб, а еще трое получили ранения. Нападающий был быстро обезврежен. Пока что мы полагаем, что вспышка насилия обусловлена ничем иным, как чрезмерным стрессом. 26 сентября сегодня на участок напала толпа, из-за чего пострадало несколько человек. Выжившие сумели укрыться за аварийными ограждениями. Но мы в осаде, и выбраться отсюда будет проблематично. Нам также пока не удалось починить оборудование связи, поэтому мы все еще отрезаны от остального мира.
27 сентября, где-то в час дня, в западной части участка произошла очередная стычка. 12 человек погибло, и выживших осталось все мало. Все катится к черту. Дэвид Форд. Ну, кстати, в принципе, отчасти это объясняет момент, почему здесь некоторые народы. Типа все, кто подошли, это уже были живые трупы, которые осадили участок. И они же и мешают кому-либо еще подобраться к участку. И в то же время связь пропала, и поэтому они типа не могут ничего сделать с сообщением, которое говорит о том, что нам нужно, народу нужно к участку подбираться. Ну, в принципе, так будет. Да господи, нахуй это сделали? Тут распорядок вообще, в принципе, ни что не влияет, с учетом того, что есть пауза во время этого. Почему нельзя просто складывать по порядку? Ну, чуди, все. Блин, конечно, тут по-хорошему засейвится. Наверное. Но я ж не лох. В фильме представлены доказательства. Не пропустите. Лекарства... Ай, ладно, все читали. Фиг. Хотя, наверное, траву не стоит взять с собой. Хотя мне места не хватит. Лол. Да, я снизу, как обычно. Так, да, блин! Да, найс, вижу. Ну, к слову, когда речь зашла о траве. Так, вот. Оп. А этот чувак еще на шум поднялся. Так, а насколько здесь безопасны вот эти места? Лишь чуть-чуть поцарапал, испачкал воротничок. Окей. Оп, мизантроп. Не догонишь, не догонишь. Так, а тут что-то есть. Да, тут что-то хорошее есть. Блин, я пока-то не хочу потерять.
Вы серьезно? Вот так, 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 так? Я запутался уже. О, бан. Что, почему ты так? Блин. Её типа двумя путями можно раскрыть. Я еще идиот, да. Окей. Ну, на самом деле нет, я хочу, чтобы человек сюда поднялся и вернулся на свое место. Так что, пожалуйста. Не могли бы вы пройти за мной? Да-да, за мной. Нет-нет, сюда. Пожалуйста, ну, развернись. Ну, несложно ведь. Алло? Я вот тоже не понимаю, вот это как. Да, молодец, вот. Отлично. Ступенька, еще ступенька. Так, и следующая. Левой, правой, левой, правой. Отлично. Так. Кто-то не заблудился? Нет? Отлично, иди сюда, давай, давай. Так, еще чуть-чуть. Почти пришли. Давай. Вот дверь откроешь? Нет. Точно нет? О, да. Ну, постучай. Да, ты же приличный зомби. Сначала постучать нужно. Все, пока. Да. Вот это было совсем не обязательно делать. Он же не вернулся к лестнице. А, он даже выйти не додумался. Ну, спасибо. Все какие-то кодовые замки. А вот этой записки это был Ликер. Всем выжившим, тебе не повезло выжить, тогда слушай внимательно. Береги жутких ублюдков, с которых будто кожу живьем содрали. Мы их зовем лизунами. Они слепые, как кроты, но с лихвой компенсируют этот недостаток острым слухом. Если не будешь бежать, как дебил, поляв все, что движется, то сможешь проскользнуть незамеченным. Скорее всего. Короче, советую быть как моя бабка, еле шевелить ногами рядом с ними. Ладно, было приятно поболтать, но труба зовет. А еще мне нужно отомстить за друга, Дэвид. Спасибо, Дэвид. Я попытаюсь это запомнить. Так. Порох. Доски. Записи
этого шерифа или кто он там. На то, что он всех нахуй взорвал. Пошли дальше. Попробуйте в этой комнате постреляться. Я давно не сейвился. Фидить. Столько чуть-чуть сюда ночь. Ой. Так. А, на жопу не имеет двери, такая бесполезная штука. Как говорили в доме 2, зачем ты живешь? Да блин, а чё там все? Конь с мечом на голове. А, рыбы, раки, вода. Я только сейчас допитываю, что это знаки зодиака. Я на ней очень умен, да. Ну, в смысле, только сейчас, типа, по сути, уже на третье прохождение. Ну, говно. С учетом демки. Хотя... Больше ножей. Меня преследовать. Заткнись. О! Бан. Неплохо. Тихо. Хотя через эту дверь я туда возвращаться не очень теперь хочу. Ну что, спизданешь? There you are. Come here. What is it? Take a look. Oh my God, he made it. You know him? Yeah. Он просто стоит как Леон. Дебил? Kennedy, ну да, это Леон Кеннеди точно. Да, дебил. The rookie. Thought he looked familiar. You can make it to that courtyard. The second floor, east side. Okay. Thanks, Marvin. I'm on it. Это же не дебильная улыбка. Или что это вообще было? Кстати, следующую что ли забрать сразу? Так. Лев... веткой. Нет, или это все-таки не знаки зодиака. Я не понимаю, сложно. А, лев, ветка, птица. Так. Куда я все время перелистываю? У меня настолько плохая реакция, что вот так. Ну, считай, почти выбрались.
Так, ну теперь все-таки нужно засейвиться, я думаю. И наверное, я вот закончу на этом моменте. Спать или еще записать водички? Ну хотя нет, это будет заливаться. Пойду спать. Ну, как говорится, F. Так, человек. Что-то на топ. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.